Абдирашимас Хатарскуиша, я хочу хайкшара Сара Киескуп, и шиждруев Шуксак Апха парламента Хенештин Азапана проект, вы Алла Савера Сарашаку Гозепши Амлет, аха Хендиздруа Убрия тема, я получил законопроект Эйкуршок, я хочу регистрация Амо по парламенту. Уважаемые коллеги, я начну с таких вещей, которые вы наверняка знаете, но хотел бы освежить в памяти. В соответствии с Конституцией президент Абхазии определяет основные направления внутренней и внешней политики Республики Абхазия. Те, кто разделяет мнение президента, они поддерживают эту линию. Кто не разделяет, как известно, имеет право придерживаться своей собственной точки зрения. Вопрос, который мы обсуждаем, уходит своими корнями в далекую историю. Хотел бы вам напомнить, с 2008 года, с момента признания независимости Российской Федерации Республики Абхазия, наши союзники, стратегические партнеры, друзья ставили вопрос о предоставлении возможностей для граждан Российской Федерации в плане приобретения жилой недвижимости. Этот вопрос поднимался все эти годы, он, скажем так, создавал определенный фон, и он как бы с повестки дня не снимался ни разу. В последнее время в ходе переговоров мы как бы пришли к пониманию о том, что вопрос жилой недвижимости все-таки необходимо снять. И можно вести речь с нашими российскими друзьями о предоставлении им права, гражданам России, предоставлении права на приобретение коммерческой недвижимости, к чему, собственно говоря, мы и подвели и наш законопроект, который был направлен, и тот законопроект, который был внесен и зарегистрирован сегодня парламентом. Общее положение дел в экономике вам хорошо известно. У нас огромное количество людей, которые не имеют работы. Я не знаю таких примеров со стороны независимых государств, где есть такой уровень безработицы, как в Абхазии. Примерная стоимость одного рабочего места – это сегодня около 10-11 миллионов рублей. Нам необходимо для того, чтобы занять наше население с тем, чтобы они себя чувствовали уверенно, имели достаток в домах, обеспечить около 50 тысяч рабочих мест. На протяжении последних 15 лет мы имеем цифру 42 тысячи рабочих мест, официально занятых. Это при том, что около 140 тысяч людей трудоспособного населения. 1030 по подсчетам наших специалистов самозаняты. Итого у нас заняты постоянной работой около 75 тысяч человек. Мы исходим из того, что оставшиеся 75 тысяч, там, 1020, может быть, 15, не хотят, не могут, не желают работать. Остальных работу и власть должна обеспечить. Это наша с вами главная миссия. Потому что в семье, в которой нет возможности зарабатывать, на содержание этой семьи всегда определенный дискомфорт. Эти люди подвержены серьезным стрессовым нагрузкам. Пропустите мои слова через себя. Семья, люди и не имеют источника дохода. Как им живется? Эта история хорошо знакома в восточных районах Абхазии. Там ситуация у нас плачевная. Документы вам были розданы, пояснительная записка была подготовлена. Вы видите, какая разница между восточными регионами Абхазии и западными регионами нашей страны. Я вынужден так говорить, у нас одна, единая Абхазия, но даже в рамках этого небольшого государства мы имеем такую большую разницу. Ответственная власть должна заняться решением данной проблемы. В связи с этим и были внесены такие законопроекты. Это прежде всего, с моей точки зрения, соответствует нашим интересам, интересам наших граждан. Парламент находится в неразрывной связи. В целом, в системе органов государственной власти занимает ключевое положение. Год назад документы были направлены,
И я и тогда говорил, и сейчас говорю. Если то, что предлагается органами исполнительной власти, с вашей точки зрения, не соответствует интересам или непригодно в качестве законопроекта, те люди, которые дают нам такие оценки, они себя считают подготовленными людьми, тогда они должны предложить альтернативу, с помощью которой мы создадим необходимые рабочие места и решим весь комплекс задач, который стоит перед нами. Альтернативы тоже нет. Я, во всяком случае, ее не увидел. Поэтому мы и собрались сегодня. Вопросы, связанные с обеспечением военной безопасности. Вы знаете, насколько это непросто. Нам удалось увеличить бюджет Министерства обороны почти вдвое, но этого мало. В свое время нам предлагали создать совместную военную базу, и параллельно с этим должно было быть осуществлено перевооружение наших войск. Наши войска должны были поступить современная военная техника, современные средства ведения боевых действий и так далее. Абхазская сторона имела возможность этим воспользоваться, но не воспользовались. Не смогли найти в Восточной Абхазии 50 гектаров земли. И под различными поводами эта история не состоялась. Должно было быть перевооружение на 7 миллиардов рублей в ценах 2015 года. Сегодня это 22-23 миллиарда рублей. Здесь находится министр обороны. Если у кого-то будут вопросы, так ли или это не так, вы можете задать вопрос ему. Мы допустили грубейшую ошибку, не согласившись с нашими друзьями российскими пойти по такому пути. И нам долго еще придется эту ошибку исправлять, если мы ее сможем исправить вообще. Но можно в такой стране, у которой есть такой потенциал, такая география, такой союзник, с помощью которого выровнять экономическую ситуацию, жить в такой бедности? Кто за это должен отвечать? Мы с вами за это отвечаем. За неправильное решение, которое мы приняли, и за решение правильное, которое мы не принимаем, опасаясь там каких-то непонятных фобий. Я предельно откровенно с вами говорю. И дальше тоже буду говорить только откровенно. Если вы с пояснительной запиской познакомились, формируют ВВП 3 района 5%. В бюджет от 3 районов, по-моему, там 3 или 4%. Эти районы дотационные. Почему? Есть документ. Тут аргумент такой есть, что нерациональное использование земельных ресурсов. Вот указ президента Хаджимба, который был подписан в декабре 2016 года о создании экономических зон. 7123 гектара под экономическую зону выделили. Никто же не возмущается. Почему некоторые депутаты парламента, которые торпедируют наши инициативы и инициативы своих коллег, не возмущаются по этому поводу? Здесь долгов 75-80 миллионов за земельный налог накопилось. Свободная экономическая зона – это огороженная территория, трехметровый забор. Поверху идет проволока под напряжением. Тогда можно было 7 тысяч гектаров. А на проект, который мы сегодня предлагаем, и коллеги, часть коллег предлагают, там уйдет максимум 150 гектаров. А это, то есть, в данном случае получается такой сомнительный. Да? 7123 гектара можно было отдать, а 150 гектаров, видите ли, невозможно отдать. Потом есть такой тезис о том, что мы погубим туристический бизнес. Слушайте, почитайте, поинтересуйтесь, как обстоят дела в городе Сочи. Если Сочи, который в 3 раза меньше, Сочи, в котором памятников архитектуры, христианской культуры, заповедников в 10 раз меньше, принимает 7,2 миллиона туристов, почему мы не можем принимать 1,5 или 2? Это что за такой тезис, что это помешает мелкому бизнесу туристическому? Это ложный тезис. Мы должны, каждый турист для нас это шаг в развитии экономики. Слава Богу, наша территория позволяет в этом смысле делать масштабные вещи. И мы обязаны это сделать. Нет альтернативы этому. По-другому мы ничего не можем предложить. Туризм – это главное направление нашей деятельности. Уважаемые коллеги, уважаемые депутаты, хочу к вам обратиться. Добрый день. Во-первых, в таком большом составе хотел поблагодарить депутатов Черчирского района. Мы в постоянном взаимодействии, постоянно общаемся, и с гражданами они общаются, и большую помощь и поддержку мы от них испытываем. Что бы хотелось бы отметить, Аслан Георгиевич, вот на собственном примере. Вот я где живу, многие знают, где я живу не на окраине города, а прямо на первой линии возле моря.
Каждый вечер ко мне подходят шакалы. На прошлой неделе мои внуки нашли две вот такие большие змеи, которые заползли. У меня квартал, два квартала даже, где всего два жителя, я и мой сосед. Это не говорит о том, что эти дома свободны, а о том, что нет людей, о том, что идет отток населения. Люди уезжают в поисках хорошей жизни. И это понятно, это нормальные человеческие явления, нормальное человеческое желание. Сегодня у нас нет ни одного детского досугового центра, нет ни одного кинотеатра. У нас даже нет нормального ресторана, и не потому что его некому построить, а потому что нет людей, которые туда придут и будут посещать эти объекты. Что вот по поводу апартаментов, почему я целиком поддерживаю? Там идет речь всего лишь на три района, а 150 гектаров земли. У нас есть люди, которые занимают по 500 гектаров земли, по 1000 гектаров земли, при этом не осваивают. Не осваивают и не платят за это. Сегодня с некоторым я начинаю судиться, отбирать эти земли. Где-то вижу понимание, где-то вижу сопротивление. Но процесс стоит на месте. Я хотел бы, Аслан Георгиевич, чтобы вы и все обратили внимание на Восточный район. Сколько мы еще будем оставаться буферной зоной? Мы жить хотим не завтра, не послезавтра, а именно сегодня. Чтобы для того, чтобы сделать, чтобы сегодня жители, чтобы не кормить их постоянно какими-то вот завтра наступит светлое будущее или послезавтра наступит светлое будущее. Сегодня надо принимать решение. Потому что дети наши там будут находиться. Еще в таком режиме пройдет несколько лет, я не знаю, лет 20. Наверное, из наших районов там останутся одни пастбища. И сегодня нужно дать людям результат. Сегодня мы находимся на местах, и мы не можем реальные вещи, что они просят, реальные. Ни дворцы, ни коттеджи, элементарные вещи, дороги, вода, свет. Мы им не можем сегодня это дать. И рассчитываю на вашу поддержку в этом вопросе. Спасибо. Я каждый день с этим практически сталкиваюсь. Продажа недвижимости и так идет разными путями. Или с переводом из жилое в нежилое, или по доверенности дарственное оформляют, но бюджет от этого абсолютно ничего не получает. Каждый день приходят заявления и просят об этом. Мы этот пытаемся момент остановить как-то, но... Я хотел бы предоставить слово мэру города Сухум. Уважаемый Аслан Георгиевич, уважаемые коллеги, значит, как известно, 6 августа 2019 года постановлением правительства номер 125 были даны определены стандарты по средствам размещения. То есть там расписано, что надо относить к гостиницам, что к отелям. Администрация города, получив такой так называемый правовой статус подзаконного акта, да, конечно, это незаконно, во всяком случае, постановление правительства обязаны к исполнению для всех местных органов. Там также прописано да, полномочия местных органов государственной власти. Поэтому администрация города, вот забытно, с 2020 года порядка 8 разрешений по городу Сухум предоставлено как средство размещения и дальше по желанию заявителя. То есть это апарт-отель, или могут быть апартаменты, могут быть просто отелем и так далее. Также постановлением предусматривается сертификация каждого отдельного номера. Практически сегодня мы, находясь в таком, скажем, правовом поле на основании подзаконного акта, выдаем разрешительные документы. Конечно, хорошо было бы принять закон, который регулировал бы эти отношения на уровне законодательства, вводил бы некоторые ограничения, ну и самое главное, что в той пояснительной записке, которую мне удалось прочесть, что предусматриваются еще и платежи прямые в бюджет от собственников, значит, данного коммерческого помещения. Значит, у нас не одним законом, где сидят юристы, могут, наверное, меня поправить, если я ошибаюсь, вот, ни одним законом не ограничена перепродажа данных, так скажем, номеров гостиничного типа, типа апартаментов, в апарт-отеле, или гостиничного номера, или этажа, или целиком гостиницы. Главное, что меняется целевое назначение. Потому что целевое назначение изначально выдается с самого начала на стадии выделения земли. К чему я все это говорю? Потому что процесс идет на самом деле. И, знаете как, желательно было бы его систематизировать, основываясь на вот такого рода принятие законов. Пока, наверное, на уровне
значит, Восточной Абхазии, ну и потом, наверное, по городу Сухум, потому что мы тоже видим большую перспективу в вопросе поступления дополнительных платежей в городской бюджет и вообще в бюджет. Как там будет распределяться, не знаю пока. И какие могут быть ставки. Там есть ориентировочно 1000 рублей, но мне кажется, для города Сухум можно было бы и поднять ставку при принятии данного законопроекта. Значит, порядка 8, я сказал, что принятых решений, и на рассмотрение еще порядка 5. Вы все прекрасно знаете, что город Сухум не такой многоземельный, территория не многоземельная, но все те пятна, перспектива которых дает возможность построить средства размещения, практически все в работе. Вот что хочу вам доложить. Поэтому что береговая часть, допустим, от Киласура в сторону, то есть от Киласура до турбазы, что данная часть набережной, в основном это, значит, ближайшие территории к нашему Черноморскому побережью. Поэтому вот что хотел вам рассказать, и думаю, что вы сами взвесили всю эту ситуацию, понимая, что процесс идет на уровне, еще раз повторюсь, подзаконного акта, постановления правительства, который определен на самом деле, ну, скажем, на данном документе правовой статус средств размещения. Сейчас предлагается более такая, ну, скажем так, проработанная форма в виде законопроекта. Посмотрите, надеемся на вашу поддержку, которая станет также потом примером для других городов, для Сухума, для Гагры, для Гудрут, уже для западной части Абхазии. Я хотел бы еще что отметить. Была такая программа для того, чтобы население Очамчирского района не уменьшалось, и вот у меня список здесь есть. Были розданы квартиры, это был 2009-2010 год, репатриантам нашим. Это 50 семей, 48 семей. До сих пор в этих квартирах никто не живет. И они сегодня тоже пытаются продать эти квартиры, которые получили за счет государства. Вот эта программа не сработала тогда никак. И в заключение хотел бы еще добавить о том, что да, некоторые высказывания звучат, что это не патриоты, там, а кто этот закон пробивает. Я хотел бы напомнить тем людям, что моего отца одного из первых расстреляли за его позицию по Абхазии. Сперва избили, потом бросили в машину кормовоза и в итоге 3 рожка в него запустили. И я тоже за чужими спинами не прятался, когда надо было родине стоять и помочь. И думаю, никто не усомнится в моем патриотизме к нашей родине. Спасибо. Все прекрасно знают, что коммерческая недвижимость есть коммерческая недвижимость, так же, как и заводы, и фабрики, и гостиничные комплексы и так далее. Они могут передаваться от одного собственника другому. Вот Министерство юстиции также может подтвердить, наверное, да, так же, как и гостиничный номер, и сама гостиница в целом. Это не как кто-то пытается до нас донести, что демографический дисбаланс и так далее. Я вам другой пример приведу и задавал этот вопрос нашим оппонентам. А если у нас были бы 365 дней солнечных в году, мы что, сказали бы, что нам круглый год не нужны туристы? Правильно? Это же кроме того, чтобы посещать Абхазию и довольствоваться нашей природой, нашим историко-культурным наследием и купаться в море, что какие-то права еще даются собственникам. Я, насколько знаю, из того законопроекта, который предлагается, там больше ничего нет. Никаких других нормативных документов больше не существует. Там все ограничения предусмотрены. Если еще что-то есть, я думаю, что депутаты еще поработают над ними, посмотрим, и все правовые заключения присутствуют. Еще раз хочу сказать, что ни в коей мере это никак не повлияет на то, чтобы там какой-то демографический дисбаланс наступил. В принципе, если кто-то хочет с кем-то познакомиться, ему хватает времени и 3-4 месяца, если кто-то хочет с кем-то познакомиться и организовать семью совместно, кто-то пытается говорить, что мы можем размыться вот в этом большом туристическом потоке. Считаю, что это немножко передергивание фактов. Спасибо. Прошлого года 22 тысячи. Те руководители, тогдашние руководители, побаивались о том, что если будет отток населения, то город потеряет статус. Почему это я говорю? Потому что в одно время в Корчеле проживало около 40 тысяч человек. И в 90-м году уже было около 22 тысяч. Сегодня в городе проживает от 4 до 5 тысяч человек. Немножко в последнее время увеличилось на 450 человек. Проблем много. Вы знаете, здесь озвучено. Протяженность 200 километров от Гагры до Ингур. Но везде по-разному. Везде проблемы. Они не одинаковые. Даже мы отличаемся от чучельцев. Мне это радует, конечно.
И если не обратить внимание, если мы найдем выход из положения, если мы не будем бороться за каждого человека, который там живет, обустроить, дать им достойную зарплату, то в ближайших 2-3 года опять население уменьшится. Мы потеряем статус города. Но здесь хотелось бы подчеркнуть о том, что восточная сторона, и мы здесь, город выстоял тогда, когда нужно было. 413 дней мы были в блокаде. Я не думаю, что кто-то будет против того, что я говорю. И мы не знаем, чем закончится в будущем, что будет. Хочу сказать другое. Собственные доходы месячные у меня в городе, в районе 1,5 миллиона рублей. Слышно, да, я говорю? 1,5 миллиона рублей. А просто на содержание города лишний раз просто мусор убрать и просто мусор брать со всеми долгами расплатиться, мне обходится 5 миллионов рублей. Но где я должен деньги взять? Спасибо премьер-министру, президенту. И мы больше так жить не можем, не могут так больше жить. Там, те, кто там живут, они не хотят так больше жить. Пусть это никому не обидно, поживите немножко с Пашчей. Просто приезжайте, поживите. Сейчас, слава Богу, кое-что меняется. Дорогу все-таки мы завершим в этом году. Благодаря Российской Федерации, благоплательщику. Что-то делается, конечно, но это недостаточно. А вы знаете, наши люди, да, вот берут, как только детей в школе отпускают, они уезжают работать в Гагру, в Даутов. Работают, никого не найдешь. Если зайти в магазин, уважаемые президенты, уважаемые депутаты, зайти в магазин, в любой магазин в городе, там есть такое видение, долговой тетрадь. Я могу поспорить с любым, что там не меньше 500 тысяч рублей долг, который люди не могут расплатиться просто. А представьте, человек, который идет, значит, сегодня берет в долг берет, да, чтобы семью накормить, и зная того, что она не вернет или он не вернет. Внутреннее состояние человека можете представить? Я думаю, каждый из нас, сидящий, да, это проходил. И то, что предложен проект, я думаю, эта ситуация изменит в районе, в городе. Нам нужно увеличить город Хорчал населением примерно до 10 тысяч человек. У нас нету никаких. Вот вы приезжайте все, да? Мне даже неудобно вас куда-то приглашать, знаете? Слава Богу, сейчас появилось, летний сезон работает наверху. Да, там Пасха, ресторанчик. Слава Богу, летом можете приезжать. А осенью, зимой не приезжайте, потому что вас некуда вести. И у нас бюджет составляет 330 миллионов. 80% это... 90%. 90% это фонд заработной платы. Ну где мне взять 3,5 миллиона рублей, чтобы лишний раз убрать мусор? Вы мне скажите. Где мне взять? Я уверен, уважаемые депутаты, я уверен в этом. Вы серьезные ребята, что-то прошли, что-то видели в этой жизни. У вас есть достаточный подход. Я уверен, вы нас поддержите. Я встречался со многими, уважаемый президент, с молодыми ребятами, значит, с депутатами, собрал все партии, которые есть, фиксируются в сплощении, да все они за то, чтобы это было. Зачем вы нас оставляете? Я не сейчас, это вам не касается, но нельзя оставлять людей без надежды. Потому что мы тоже хотим в городе работать, наши дети растут. У меня ежемесячное содержание в больнице 400 тысяч рублей. Но лекарства не купил, вы знаете, чем заканчивается. У нас нет врачей в городе, вы знаете. Мы одного человека смогли с России пригласить. Да, дали ему 50 тысяч зарплаты, спасибо огромное, сделали ему гражданство. Он там живет, в больнице. А вы можете представить, когда человека больного приведут, и врача не окажется? Мне кажется, просто врачи, они же не будут искать кого-то, они ко мне придут. Я же не организовал. Слушай, я могу сегодня уйти, другой придет, другой может уйти. Но мы должны что-то изменить. Мы так больше жить не можем. Спасибо вам большое. Я жду вашу поддержку. Я уверен, что вы здесь
Здесь, мне кажется, не должно быть. Я состою в какой-то партии, другой в какой-то партии состоит. Мне кажется, этого не должно быть. Это нужно сделать. У меня, извиняюсь, еще добавлю, две школы, вторая средняя школа, четвертая школа, все, видимо, знают, аварийно. Детей мы не можем с сентября пустить детей в школу, да? Я сколько бы не старался, не смог найти никого, чтобы, ну, стоит 300 миллионов рублей, чтобы отремонтировать, в порядок привести. Но где их взять, скажите? Если мы думаем, что кто-то после меня пройдет и сделает, или после кого-то другого, с удовольствием я уступлю. Уступлю с удовольствием. Но он 3,5 миллиона просто не найдет на содержание города ежемесячно. То, что у него есть 1,5 миллиона рублей собственный доход. Спасибо вам большое, извините. Я поддерживаю этот данный проект. Обращаясь к депутатам, хочу сказать, что мы очень ждем, что вы примете этот норматив, который будет регулировать именно по вопросы вот по использованию вот этих земель и этого, так говоря, дела и бизнеса. В чем дело? У нас в районе проживающие люди, вот я вам скажу, из 6263 дворов уже 5300 у нас люди покидают, уезжают. Более того, я говорю сейчас о местности, я скажу еще о ребятах, Ипсадшоп, Аус-Руот, Ипсгива, Аус-Руот, на ответственных должностях. Он говорит мне, может быть, мы поменяем место жительства, но когда тут что будет? Ахабас, Арно, Ачимчир, Гертахам, Укарчал, само собой, Гвах, Гертахам, Чара, Гагра, Гитаб, Хабшара, Герва, там что-то начнем. И тенденция очень серьезная, и ситуация практически... 19 километров прибрежной полосы, ни одного места размещения вообще в перспективе тоже нет. Никаких обращений еще. Но тот день, когда мы стали, когда этот законопроект мы получили, наверное, люди тоже получили, уже стали обращения. О, а там будет, вот там какие-то земли, где-то поближе к инфраструктуре, где-то к дороге, где-то к сетям. Уже немножко тенденция была. И это, уважаемый депутат, это совершенно другие деньги. Я сейчас вас не убеждаю, вы лучше меня знаете некоторые моменты. Это когда идет бюджетирование российск, это другое. Когда идет, это прямо в холодильник, как говорится. Это у кого-то купят там хлеб, у кого-то возьмут покрышки, у кого-то наймут ремонтом. Это вся в целом экономика пойдет вверх, и все это прекрасно понимают. Более того, оппозиционные наши партнеры, как выразиться, все это прекрасно понимают. Год назад, когда эта тема только появилась, когда обсуждали, и вот мы там, нельзя это допускать, Костя, ты понимаешь, нельзя в Гагра, а если восточный? О, если восточный, то мы, конечно, забыли бы. Вот если бы Ачимчир, Кварчал, Гал почему-то тогда не обсуждали, Кварчал, Гал этот, мы бы были бы за, конечно, но так же не говорят. А вот сейчас эти люди пытаются говорить, что это тоже плохо. Значит, что? Значит, тоже просто обыкновенная борьба за власть, просто сделать все так, что все не делает команда президента, все это плохо и неправильно. Более того, я уверен, и, наверное, я тут это даже скажу, я уверен, ну, выборы выборами, всякое может быть. И дай бог, чтобы было по справедливости. Например, скажем, придя к власти, они на следующую неделю начнут разговор, и мы спросим, а почему, когда мы эту тему вот эту продвигали, пытались экономику поднять, вы были против? А вы не смогли, а мы вот смогли. И ха-ха, и будут улыбаться. Я на это уже просто натыкался, знаю, извините за такую фамильярность. В районе, для того, чтобы просто поднять хотя бы ГЭС там, сетевая самая более-менее в Гальском районе, из-за того, что есть короткое плечо. Сейчас, чтобы более-менее электросеть наладить, из вот 251 единица трансформаторных разных мощностей, 85% износ почти практически у всех. И еще, чтобы систему наладить, еще надо хотя бы 264 километра надо по высоко провести. А водопроводу линии 12 километров диаметром 500-700 с речки водопровод 1965 года выпуска, так сказать. И доходит до города мало-мало. Три села всего на водоснабжении, а все остальные села и перспективы нет воды. И сколько это на наш век, уважаемые коллеги, можно закрыться. Можно закрыться и не пропадем. Выживем. Но наши дети так жить не будут. Это неправильно. Это неправильно. Наши дети так, вот даже если у нас повернуло в голове, и мы с ума сошли и сказали, вот мы закрылись, например, наши дети так жить не будут. Это будет консолидировано обязательно с Российской Федерацией, с нормальными соседями, которые нас восприняли. Это взаимная интеграция. Только так.
И все сегодняшние речи – это просто обыкновенный популизм и просто борьба за власть любыми методами. Я даже слышал выражение, вчера показывали, мол, вот Гдотара, они вот, вот они умные, они нормальные, и за это они-то закон не хотят. А Арабжу, а Шейзам за это закон нам сюда. Да, глупость. Я бы с удовольствием один на один поговорил бы по круглым столом где-нибудь и поговорил бы на аргументах. Но сейчас, уважаемые коллеги, ваш выход, мы за вашими спинами всегда были и будем. Просим вас, не именно тут присутствующих, наверное, а всех, кто не осознает, поговорить с другом, это необходимо. Экономика только... Аслан Георгиевич, я занимаюсь строительством и в районе, и везде там приходится. Ребята, которые работают на КАМАЗах, на грузовых машинах, как сегодня работают, так никогда не было, они говорят. Вот сколько у нас сегодня работы у простого трудяги, кто хочет трудиться, кто какую специальность имеет. Ну, столько никогда не было. А у СДОХУ все находят, и для всех есть. И это еще одно будет к тому, что будут инвестиции, будет в районах, особенно вот обидно, очень затворчал обидно. Юрий Львович, и поднял бюджет в разы, а у нас шанса просто нету. 440 индивидуальных предпринимателей, 43 ООО, и это уже несколько лет такая тенденция, и не растет. Вот там как-то все вместе по шажку, по вот именно вот этот закон в том числе, и экономику потянет, и инфраструктуру потянет, и инвесторов и это попросим сделать. Кстати, у Юры, когда какой-то инвестор приходит, у Юрия Львовича, я как слышу, пожалуйста, фонд города на инфраструктуру, и они могут, и вы молодцы. У нас таких шансов вообще нету близко, нам вообще никто не приходит. Все, спасибо. Аслан Георгиевич, да, извините за... Эмоциональность. Хорошо, дальше не буду проблем. Спасибо. Абдир Ахимов, Аксарского Айосифа. Добрый день, дорогие друзья, уважаемый господин президент, уважаемые коллеги. Как вам известно, милостью Божией, благодаря горячей поддержке президента в Уликском районе, сегодня идет реконструкция аэропорта. Честь Владислава Григорьевича Арцева. Какие у нас надежды? Колоссальные. Реанимировать район. И не только район, а перспектива реанимации всего, всей Республики Абхазии. Открытие воздушного пространства Российской Федерации принесет колоссальные возможности не только нашему району и нашей стране в целом. Но рядом с нами Чемчирский район, Парчейский, Гайский район. Какие у них возможности открываются? Сегодня проект закона, вот я ознакомился, пригласил специалистов, выслушал и за, и против. Сам проект закона говорит о социально-экономическом развитии Гайского, Чемчирского и Хвальчейского района. Само название уже говорит о многом. Какие перспективы? Я хотел бы зачитать пояснительную записку, наверное, просто напомнить то, что вы хорошо уже знаете, ознакомились абсолютно все. Очень интересные перспективы. Если вкратце мы будем говорить, объем необходимых инвестиций на этой территории, которую вы озвучивали, составляет 56 миллиардов. Ну, напоминать не надо бюджет нашей республики. Фонд заработной платы только на этапе строительства составит 11 миллиардов, более 11 миллиардов. Из них отчисления в виде подоходных налогов социальные фонды составят более 3,3 миллиарда рублей. Это о многом говорит. Эти суммы говорят сами за себя. Есть ли возможность в перспективе заработать такие возможности на Гайскому, Ачимчевскому и Ткачевскому районам? Нет. Эту возможность нельзя упустить. У депутатов парламента есть возможность в комитете приглашать специалистов, свеситься за и против, поработать, усовершенствовать этот закон, сделать свои предложения, внести свои предложения. Но упускать возможности ни в коем случае. Реанимировать жилья нашей республики. Это реальность, которая нам даст возможность создать современную мощную армию. Почему я говорю армию? Потому что мир неспокоен, идет повсюду война. Господин президент озвучил о том, что идет переговорный процесс, и Грузия готова объявить себя нейтральным государством. Это серьезная тенденция, это серьезный шаг. И перед нами стоят новые вызовы. Эти вызовы реальны. Мы видим, что буквально на наших глазах происходило в Сирийской республике, сегодня на Донбассе и буквально прошедшее время в Карабахе. Нам нужно быть сильными,
самодостаточными. Нам нужно привлекать серьезных инвесторов. Это принесет нам укрепление нашей государственности. Мы должны это сохранить, умножить и укрепить. Уважаемые коллеги, депутаты, это наш ответ от района, от главы, от депутатов городского собрания, от общественности. Разрушительные последствия войны, пережитой народом Абхазии в 1992 году, в большей степени губительно отразилось на развитии восточной части Абхазии. Последствия послевоенной экономической блокады усугубило и без того тяжелую послевоенную ситуацию в стране. Социально-экономическое развитие Восточной Абхазии, несомненно, должно являться одним из приоритетных направлений деятельности нашего государства. Реализацию экономического потенциала в районах Абхазии разная. Разрыв по показателям экономического развития, к примеру, в сравнении с Гагринским районом, стало невозможным благодаря привлекательному инвестиционному климату, так как ведущей отраслью экономики Республики Абхазия является туристическая деятельность. В основу развития экономического потенциала Восточной Абхазии должна лечь туристическая сфера, открывшая перспективу возобновления авиасообщения с Абхазией, еще больше увеличивает экономическую привлекательность восточных районов. Строительство здесь многофункциональных комплексов станет первым толчком экономического роста в восточных районах Абхазии. Первые решительные шаги повлекут за собой строительство других мелких объектов торговли, общественного питания и культурно-развлекательной направленности. Помимо существующих налогов, планируется ввести новый, это я сейчас хочу параллели провести, налоговых сборов с собственников апартаментов, которые целиком будут направлены на решение жилищных проблем граждан, стоящих в очереди за социальным жильем. Кроме того, на этапе строительства апартаментов ожидаемые налоговые поступления от фонда заработной платы и отчисления во внебюджетные фонды составляют 3,3 миллиарда рублей. Если я там не прав, какие-то цифры, может, поправят. Трехкратно превышает доходную часть бюджета Гагринского района. В 2023 году, на 2024 год, мы бюджет приняли Гагринского района 1 миллиард 58 миллионов рублей. В 2020 году, когда Аслан Георгиевич Джаня меня назначал, бюджет района был 330 миллионов рублей. 25 миллионов рублей – это доходы, не налоговые доходы администрации, 300 миллионов рублей – налоговые поступления. Из них за последние 5 лет до моего прихода бюджет не выполнялся. Вот. И на тот момент, когда я пришел на работу. Что касается на данный момент, бюджет сегодня у нас 1 миллиард 58 миллионов. К чему веду? Вот Аслан Георгиевич затронул детские сады. Как вы говорили, кто у нас строил от государства в Абхазии детский сад? Кто-нибудь может сказать? Александр Золотинский, со своего бюджета мы строили детские сады в Абхазии? Не строили. Вот в Гагринском районе один детский сад мы в сентябре, мы монолит не заливали, но привели в порядок. Вот 60-70 миллионов рублей нужно на детский сад. Это потребность района. Потребность района 250 мест. В течение там года мы эту потребность уберем. Вот у меня вопрос, как решить эту же потребность в Гальском, Вачамчирском, Багудзерском и даже в Сухум, не то что даже, а в Сухумском районе. 60% бюджета Гагринского района уходит в республиканский бюджет. И всю дорогу мы слышим, это дотационный район. Вопросов нет, вообще не обсуждается. Как Аслан Георгиевич сказал, это тоже часть территории Абхазии, это вообще не обсуждается, никто не разделяет. Но пока мы не сделаем рывок в том направлении, мы останемся также в этих же процентах. Я как руководитель говорю. Конечно, я как руководитель хочу, чтобы у меня 80% в районе оставалось. Но это не получится, пока мы не придем к этому. Апартаменты, если мы примем, я уверен в том, что туда приедут другие бизнесмены. Кто-то приедет, захочет построить магазин, кто-то построит отель. Вот в Ачамчирском районе кто построил гостиницу, которую не построил, а отреставрировал? Кто это сделал? Бизнесмены сами туда пошли? Нет, бизнесмен туда не пошел. Там 30 лет это здание стояло. Это благодаря президенту, благодаря других людей определенных. И они пошли и сделали этот объект. Вилла Тамыш, который был... Почему больше мы там не открываем? Потому что нет других людей. Не хотят туда люди идти строить. Да, место нравится, берег, первая линия, но люди не хотят идти туда строить. Но нам надо с чего-то начинать. Вот с этого мы должны начать
Я не вижу никаких, какие опасения здесь могут быть. Ну какие, ну построятся там эти апартаменты. Ну хорошо, не получилось. Допустим. Даже допускать не хочу, я уверен, что будет. Это кто просто с экономикой не связан, он не поймет никогда. Он, если связан со своей экономикой, он все прекрасно понимает. А вот в благих делах страны, что касается, никто понимать ничего не хочет. В чем, какие опасения, вот просто, что там построится, я не знаю, на что, в Российскую Федерацию нас забьют. Даже если проект не получится, эти здания останутся у нас в Абхазии. Они никуда не денутся, эти люди с собой не увезут, бетон не разберут. Землю нашу не выкопают и не увезут. Я не знаю, мы поддерживаем, Аслан Георгиевич, идеи глав, коллег своих, депутатов парламента, кто это инициировал, надо и общественность позовем, и депутатов городского собрания. Проблем вообще я не вижу никаких, опасений никаких нет. Надо двигаться вперед, развивать абжуйскую сторону и вообще даже не обсуждать. Не от того, что мы ее разделяем, а от того, что у меня душа лично за это болит. Днем и ночью. Может, у кого-то не болит, я не хожу, не кричу, но у меня, я переживаю за это. Я поддерживаю это всецело. Так же, как и к нам обращается население, вы люди выбранные
в своих округах, к вам тоже наверняка обращаются масса людей за разрешением своих насущных проблем. Так вот, соотношение бюджетных возможностей и тех проблем, которые перед нами всеми стоят, они несоизмеримы, к сожалению, большому. И без того, чтобы, воспользовавшись определенными инструментами и попытаться создать условия для того, чтобы доходная часть бюджета хотя бы на первом этапе трех отдельно взятых районов в разы увеличилась, с тем, чтобы как-то соотнести те потребности и трудности, которыми мы все сталкиваемся каждый день. Без этого мы, к сожалению, у нас перспективы очень туманные, и сложно будет сказать, на что мы можем реагировать через 5 или даже более короткое время. К сожалению, реальность она такая. Поэтому сейчас речь идет о трех районах. Я понимаю состояние этих районов и то, чем руководствуются главы этих трех районов. Конечно же, наша близость к столице и много других объективных моментов позволяют нашему населению, хоть экономика района может быть не особо развита, но население более-менее задействовано в тех экономических процессах, которые вокруг района происходят. Поэтому акцент был сделан именно на эти три района. Я считаю, что это правильно и целесообразно, потому что отток населения, который был констатирован главами района, он может принять необратимый характер, и проблема опустевших территорий, она будет очень угрожающей для нашего государства. Уважаемый Аслан Георгиевич, уважаемые присутствующие, многое прозвучало разных тезисов, мыслей. В общем-то, идея известна. Значит, посыл сегодняшней встречи понятен. Я имел возможность этот вопрос обсудить с президентом Абхазии. Коротко совсем обсуждал с премьер-министром. Ну, документ, я так понимаю, сегодня в парламент должен поступить от депутатов. Единственное, его не было у нас в плане законотворческой деятельности на текущий год. Если там обычно старшее поколение, как правило, просит не спешить, молодые спешат, мы вот как молодое поколение, да, конечно, с такими вопросами не всегда стоит спешить, что называется. Но в рамках процедуры будем рассматривать в парламенте вопрос. Я так понимаю, что коллеги сегодня внесли, я документ еще не видел. Будем обсуждать все контуры этого проекта. Что касается некоторых, значит, прозвучавших вещей, мы, конечно же, соратники, Аслан Георгиевич. Я думаю, что мы не на словах, а на деле всей команде, присутствующей здесь, это доказали. Наши отношения проверены временем. Из позитивной повестки мы за период деятельности нашего созыва, не хочу повторяться, говорю для присутствующих, приняли 31 проект закона только в рамках гармонизации. Для сравнения хочу сказать, что в парламенте 6-го созыва был принят всего один проект за этот период времени, и то отмененный российской стороной. Приняли 3 решения в прошлом году, в том числе и по военным делам. Это база ВМФ в Чемчирском районе, аэропорт, да, что мы считали безусловно полезным. Ну и последнее решение по Пицунде, самое сложное, вы знаете, как сложно все это давалось, время заняло. Проект действительно у нас был год. Наверное, не очень активную работу комитет провел по этому проекту. Новый проект закона поступит сегодня, будем его рассматривать. Спасибо. Юрица Улан Хазнева Зарихарадзик язык Ахцует, Варчал, Чемчира, Гал. Вы считаете, что это было за штрафу, он даже знак гисела твоего зума, хоть в галах верстуху, хатырску, а коллега, что хатырску, я хаяла хуайзу, разыги, а брат был Александр Заводинский, и па, пап, усван де президентен, Атула Хадас Усиван, Юнинский випш, випшли, ашук сезеган, сымящу зар, апрель
Зазыха найпула рахама, но быстро хазтагула, затагула за аще. Вы дара дзимач зархала, побрейла то. Издруа Леонид Иванука, Усвана Усиван, и дрова это гуаха рахама, заха рахама, убыстро нахала, гахам. Харачар. Айхабасуртаку замесу. Харачар халага ханахара. Хтагыла за аще, шуа шура, кварчал, акала кежа. Хау айвила ралцина, царей шаджу. Яха иштах Россия. Если творчал, бра, сидор шелоди пеши хазипши, сидор шелоди пахуджип, ирпшин дахтрайвит хата глаза ще. Вы ярвау хамзар, вау нам хозар, яру бахынзи, знаете, у яру, у цунырна, и у зелгадзу. Ари, я хадарад зи марьёк, да чаджира, да чакалаки, чудана, вы харях тахзам, вы амях тахзам. Хартубыска нахер убрызза хасцурца нахан убран захне нахан избензер усзуа амчрач ехаз зигизи герыл ахгалар хдахон навадда куаритира яратпарча лакала кевинецка избензер ваапсыра мачкуэла гидеха абра сидор шелуди ипей хейд дачизны гисхар стаху яракала кахдзяму аважилар хнымху аусура хэкам анхара хрикам абна хыцвана лэм саналалэк. Вы коллекция, коллекция, я авагеса зиузяхадзу, и коллекция дарбанза, а герабсина, а венецкая нахоги, и заму я коллекция, а бежачари зацверцува, дарадзе, и азачари зазхава, худжек на закурамачу, а зарапу рецверцува, добре, а коллекция заму я, я артурух бзин из зимдру, а хави из рецверцува я брюзе зара, и не иния налапшла, кипа тагула зача, нарбалак, убря мышта хецверцува, добрюзе зара. Уехан дари, на сатагула заща, яхаб замен сердце, зари тагула заща, яцаб замен сердце, саранас яхаге, худжек сукрамача, но бысхан айпуларан хамаз, ажалагала по гахце, дейвэпшим, зават по гаргыла разыхан, ярасарка дзыжва, мамзар гебасы пшиху подлика по дзыжва, а зават по ахцаб, джарауанах кула беги, убысхан халагахан уктуха хара, яха хайд зинзи цархыт визара, яха хау ажалар псакана, Рюни хазар цыртахуб, бра, и то зигизик хюйнух еще хазар цыртахуб, зигизик хюйна хазар цыртахуб, и зах тахуй. Хучква хадзозар, хаджинж вэй хазар, хадгунку вэй хазар, харвах хадхарцу бяхта, хусрэч тахзан кваршал салцин сына, а ус сапкнар хит абстазар, убривиза, гагра усура. Гагра бзиз бот, сара псна хэнар гнацух он за бзиз бот, сара дарад за худжик амала, тачу гисхар стахуб из зелым кава. А у арчажера, хочек запрахинехва, джабаду, збехо, абриеней лахва, кварчал, чимчира, кагра, аре как дзими, хазал арчажера, изах, аре, абриеча, яцчина, бас хазал, хазал арчажера сарамагяна, сызхуцвит, сызхуцвит, дахан, бар, аре, чар рог дзими, сухо, чар и рилос гало, аре, хабатфу, хабхабнес, хочек, арге, хай, хабатфу, аре, арчажер, зинзип, хаширок, абсивинецка, Хочу инизкир, он зовется Ирод, что не зовет, хочу инизкир, инизкир, хахинхо, харт, хара, хара, калакила, либо хвахалагар, хара, гаге, пхехах, пипшна, аладзом. Арим Амзар, назги сазад, гор, слуху, пхуджик, иззымарьо, аладзвайжер, это глазаще. Ари хара цара, уйвихи хуцны самхадзейт, хара убрызе, айжала гала, гахцар, тахан, афвад бе, нас, Айзара, Снахенткара, парламента, нахаз, губысхан, яхтахан, айжала гала, гадзаразихан, айла цвайжара, хаман, ярат кварчала, юнинска, я инхо, ачар, рума, я хабачу, рума, ахара, хахцун, зихинджира, хайзана, хакала, кмацара, ава айжала, яханас, тумхенткара, пиава, ава да ахван, дюйнала, кипша, зидняхтар, кипш, убрыза, тагла, зашит, хаман, аха, яхуя, тагла, зашит, хатсит, сарас, акша, хатзам, яха, тумхенткара, дюйда, ава да ахван, Дивинялар дюхсак саад замаха, убрюза тагула зажихнеет, а брюза убрия тагула заша, убыс харцвай жухала гид, убрюк яхак за тагула заша. Егис, ихазур уртрюзи чува, ри, я прохагу, тварчалу я прохагу зам, тварчалу сара брюшсиргот, а брейла то зиги-зиги. Процент агза, харахзих он вида арадзи, харакусу. И процент агза, харахзих, я ехау усу, хабадзом, ри джиракала хамгалар, джиракала хамзара, ва хамгар, джиракала гуларак, халамгал, я захта хуй хазжу зиги-зиги, и из зиги-зиги, ялцина, тварчал ялцина, а то мюнкару парахицозар, урсулу хайцозар, гиртакалак парахицозар, касара хая ахцу его, майрахи тубхау айжулар, ара, алцша, ака яудзум.
Анцвиганта брабрыша цухтан бинасапшу, цвейдна ива, айва, гурт гячман, цвейдна ива, джаба адут задырбал, это Слан Георгий па, вы ус ахала баша, им цвирдзит без зара, вы джаба адбалу, вы шапула якну, вахит, за айц вагера, комбек газа бар, джаба жохшук сарара, цвейду бритагла за аша, худжик, яха ех хандас, худжик, акалцани халандас, абрыжоб худжик алцвянауз. Жипш сукса, харамьяка казара хачу, побрежет пеналцы. И то убит дудзин, а сейчас варстуху, а то лохада, убрям я, цува, шип заурало, берубас, хвинткар, ей выпшим, тып курчиху, дарад за уи, харе хаку. Яха ярбан за лайк, метрак, мамзарги, метрак, ядамзарги, джараус урак мепгазар, яха калаки, ныпшу иху. Я коллег зензи бзи не казги, уртвиз соус урока, а напшуй колодзомз, а хаяхе напшуй зигизик. У брекан да хоряхаму, ария зцара, а такги нас коллега твой гирахар стоку из дырой дарадзе, бзи не хоб, ария тагыла зайша, я муху зарт ворчал, а хан сарей пырхагутка ус из бэджом, яги са зцара ква, и разцверцу зар, ей вэпшим нас яхаму на политика тагыла за ашома мамзарги ваапсыр органа хала зцара ква рымама харабрия зцара хала цвэвишли творчал ялцыз мамзарги творчал инхосар уя ау вэпсы дэс зас сейм гадзац абрит творчал я пырхагу балам цвэвишли мамзарги хумцанха сарей сахава дэшугу аба абскыш зыка цозар ава азай вазара и то и гулу яха Бзин, это Сидор Шелоди, Абрая, Зигизик, вы даже, вы Зиг, а мачо пихас, вы Бзин, Абрая, Тарча, она Цвайфера, Халагар, а у Виллах, Русхад, Дешу, он захнеивый, у Бризы такое за Шабхин, о. Малану плачет сухот с Ратахзан, Рейхаму такое за Шабсахру, Харт Хазалр, Хазхаз, Зигизик, Дарах Рацхарцов, Хараган Ахала, депутат Залху, Бзидзин, Зигизик, Илахка, Уитва, а я сейчас зиха на Малаиху, я его пишем из Зарака, депутат Шахавинецкого, я отсюрцу, уберт из Зарака, Зигизбена, Ирман Шалана, Хавайжвы, Рухор Депш, Хавинткар, Яхор Депшу, Арах Зишто, Зигиз, Радара, Зихоб, Хабхадзарала, Ягоб, Зигизик, Якубхадзин, Зигизик, Итахов, Вапсир, Ял, Дирагала района, Кагана, Хухозер, Хучикнес, Сахидзета, Усура, Хнижи, Банизки, Кавахин, Хоз, вы ей выпишем, это глаза ащех, она политика, это глаза ащех, это мой паспорт, я хед, а не хо. Вежуху Банизик, я бы творчал, гал, чем вчера район, вежух, вежу, Бертонзе, Низик, Кава, Галцинце, я ха, Константин Эдуард, я бы взял, я хед, Айлхра, Абдзам Рахазчон, Зигизик, Ау, я Куршана, Жахар, я Дергулана, Тарахцап, Абдзигизик, Вито, Ауалцинце, даже знаки, я вот хочу, это гепшинка. Ахера Корзот, Курачала, Халз, Халз, Мхуз, Ахера Корзот, Брюзет, Глаза, Ахшин, Хо, Ихалозер, Джира, Эйтап Сахра, Хазала Галузер, Хазик, Хуй, Куршиних, Ахцап, Ирата Урахаджги, Таупха, Ажила, Ихарка, Зарабка, Сарубиза, Бана, Гарасун, Эгесы, Цухту, Нахсия, Свит, Апснуи, Курачал, Чимчира, Гал, Епурхаго, Яхбар, Хаджу шахту, хаззи, гизи, гякала, гиахадара, гиахараялху, а депутацию гиахсурцы, добра, хайни шахту, аба, абсабри, абрю закон, ари, вахабзим, ахкил на газ, ари, амрждахзук, анацеть, я адахкала, бахари, гахзу. Вы хаушу. И жду, и та, сюда, раз худжик, сайжу, срову, разорвай, таха, сатам, зидут, зен, дико на тагла, заши, абрикабида, тагла, заши, ну, каз, харихама, завинецка, насала, фирху, скасху. Аха, дырки, дырки. Ага, дырган, как района Чихалет нас бупьют, избам хазаха, ах, дырган, избам зыр, нас лагавяга яла зигизик, нас вяла, цвайжи рак, цвайжи ряла, гейт, ариас хашцет, харахва, ахва, нас хуспа зигизик пхастахайт, нас и гирт халет, и шергар хайт, ха, хач, мы зюхай дыр хайт. Харит хваршал, хайвнец гар хайт. Ага, яркуй, яркуй, хазик, и унапш зомар. Яхе гибусику бы тагула зааши. Изах дзо, изах амхо яша. Яхе яртума, яркума, азоан. Яхе ваха илагула на митинг кахцо, ваха илагула на хахвадзо, ач харадуд захаму, ба бухрадуд захаму. Харах бухвайд. Мацту ямшу зихан, апста заара, чап сахвай, и бзи ход, ке кахцо тхан. Вас збыка жниху, хазу гидыгазан. Жбыжлык цугёб, рухёб, гинагзоб,
апату гирмо паламс гирмо бачхара гирмо йертуху яхаби аам тазхан адунеер захинжра пстазарахцо пстазарахуч харгих бандзху того бидудзен сатам зидудзен тара то по примера то а эти бинар мы абын гбетоб зигизиге стара кацбарецу араз стара ямухо кар ямухо район то стара пиштух мира а председатель из гбе абыту балина бароне абыту зигарайо Я мог ра азги, ра купюк хайлагар, каркус хавату. Все искус хава, люба бля, ара глава чунырхай, гуд хана, ачмичира районом, порчала районом, агала районом, хара хазик, на пеку бади кутзачу. Яхя, хара бля, ара хахана, бля, ара бяны, от агула зайша хазик, ядывы. Я своим любым решением буду принимать решение полностью поддерживать этот законопроект. Почему? Потому что я вижу, что мы этим законопроектом проведем будущее на восточной стороне, а у кого иначе есть другое мнение, я тоже каждого из них уважаю, независимо от оппозиции или там во власти. Я уверен, что здесь каждый из нас сидящий, что у разного есть, у каждого есть свое мнение. Вот. Я прошу поддержать этот законопроект. У нас есть уважаемый спикер парламента Алаш Анукзарович, вице-спикер Астамур Борисович и все достойные, умные, грамотные коллеги. Давайте мы все вместе сядем, обсудим, что хорошо, что плохо. Мы же все вместе понимаем, что у нас хорошо. Мы видим, что плохо. Прошу. Александр Георгиевич, творчала Рабжиха Хайта, говорит, о депутации. Я никого не подталкиваю, но я бы хотел услышать депутатов Чемчирского района. Я думаю, у нас хорошая встреча, понятная, простая, хотя самое сложное – выражать общеизвестные вещи. Это очень трудное занятие. Предлагаю, Александр Георгиевич, если вы не возражаете, продолжить именно в этом ключе. Администраторы неоднократно по этому поводу высказывались публично. И, наверное, была бы необходимость, я прошу прощения, если кого-то обижаю, но депутаты Чемчирского района должны по этому поводу высказаться сегодня. Уважаемые коллеги, уважаемый президент, вы знаете, данный вопрос, он вообще не новый для мировой экономики. И всем понятно и известно, какие положительные результаты он принесет. Это абсолютный инструмент туристической отрасли, который приносит прибыль, доход компании, государству и тому региону, где он расположен. Тут не нужна никакие агитационные особые работы, если этот вопрос не политизирован. Он просто стал политизирован, он давно к нам пришел, мы его там прячем, делаем, куда-то выходим. Это тоже неправильно. Я ни для кого не удивительно, проведены столько аргументов для данного проекта, апарт-отели. Скажите, где страна, которая отказалась от апарт-отелей? Нет такой страны. Во всех странах, даже самого сегодня Кипр возьмешь, основной бюджет, это до 30-40% они смогли увеличить за счет привлечения именно таких инвестиций. А другого нету. В туристическом бизнесе всего 5 инструментов. Там, санаторий – это самая лучшая история, когда природа и все остальное позволяет тебе построить санаторий, который рубль в год дают. Понятно, что они дают большие доходы. Но за неимением других географических людей устроить, тогда переходим к домам отдыха. Потом ниже идут другие еще инструменты – это турбазы, маленькие кемпинги и так далее. И следующий инструмент – это то, о чем мы говорим сегодня – апарт-отели. Я удивляюсь, я думаю, что и город Сухум, и Гагры, и все они заинтересованы в этом тоже. И это тоже для них тоже это не будет лишним. Ведь в законе мы говорим, что можно строить парт-отель, а все остальное регулирование берет непосредственно исполнительная власть на местах. И все ограничения стоят. И все, что можно было туда вписать, вот то, о чем я, с чем я знакомился, в этом законопроекте все опасения наши не вписаны. Если СГБ принимает решение, оно, что мы должны в нем сомневаться, что оно даст правильное разрешение на приобретение гражданства. Прописали? Прописали. Это же основной там наш опасение аргумента. Он прописан хорошо, прописан крупно. И другие действия, где если администрации говорят, здесь нельзя строить, если у нас будет жилищный кодекс, который будет регулировать правила строительства, так что еще нам нужно? Я думаю, что лучшего предложения для экономического развития не будет. И это мое
абсолютно такое четкое убеждение, что раз, уважаемые депутаты, нас такое количество, и мы сами хорошо понимаем, и мы с вами уже давно дискутировали, и вот такая агитационная работа, которая сегодня проведена была в адрес нас, попросить, убедить и помочь регионам. Только одно Беслана Владимировича выступление, чего стоило, лучше него, кто знает на местах, как идут дела. Так надо же поддержать нас. Я сам знаю, я сам там живу, я живу постоянной жизнью. Вот есть здесь также жители нашего села, которые в городе работают, но живут. И они тоже знают, чего нам не хватает. Именно этого нам и нету. Людей, денег, инвестиций. А когда у нас они будут, станут много, тогда и закроем. Произойдет перенасыщение? Произойдет. Оно может и не быть. Как будто у нас кто-то в очереди стоит здесь, давайте, давайте. Вы говорили о Тварчеле, я даже ума не представляю, где те бизнес-единицы, которые в Тварчеле придут и будут строить апарт-отели. Я пока еще не понимаю этих сумасшедших людей. Но если такие есть, то им надо помогать, создавать условия. Весь мир создает условия для привлечения частных инвестиций. Любыми инструментами, возможными, которые есть. Так что, я думаю, что коллеги нас больше, чем сейчас, убедили. Наверное, высшего убеждения в нашу сторону не будет. Мы должны серьезно над этим подумать и принять то положительное решение, которое нужно сегодня нашей экономике. В целом, это так. Спасибо. Уважаемый Ислам Георгиевич, уважаемые коллеги, уважаемые присутствующие. Здесь, как отметили коллеги и главы администрации, ситуация на самом деле очень непростая, она политизированная. И насколько я вижу, ситуация, по этой ситуации нужно принимать правильное решение, потому что от этой ответственности не должны уходить мы, потому что мы напрямую несем ответственность перед своим народом, перед своей родиной и перед своими родными. Я, естественно, разделяю некоторые опасения, которые существуют у наших граждан, но учитывая экономическое состояние, экономическое развитие, как отметили здесь, подчеркнули наши главы администрации, она остается очень сложной, и нужно принимать правильное решение в интересах нашего государства. Вы затронули, Аслан Георгиевич, военно-политическую обстановку. Военно-политическая обстановка для нашей республики, для Абхазии всегда оставалась сложной и непростой. После военное время, с 1993 года, в Гарском районе происходили разные события. Происходили похищения людей, террористические акты, майские события и тому подобное. Но гарантом для всей этой безопасности для нас всегда оставались, вот здесь военные специалисты не дадут соврать, российские военные, которые охраняли наши рубежи. Это миротворческие силы, это пограничное управление ФСБ России в Абхазии, которые совместно с нашими осуществляют сегодня поставленные задачи. И на сегодняшний день строительство апартаментов в Гарском районе, я думаю, что это не имеет никакую, то есть не является, оно является нужным и необходимым, потому что нахождение граждан России, там, где сегодня проживает 90% граждан Грузии, это не только экономическое, улучшить экономическую ситуацию, но и идеологическую, потому что мы знаем сегодня, какую работу российские военные проводят, российские вместе с нашими проводят, какую работу на территории Гарского района, где грузиноязычное население проживает, и имеются определенные положительные результаты. И этот процесс, я думаю, что улучшить ситуацию в данном направлении. Спасибо. У нас информационное пространство, особенно некоторые социальные ресурсы, они как бы переполнены информационным мусором. Конкретно видно, люди дают информацию искаженную, которая вводит простой народ в заблуждение, который не читает, не может вникнуть в какие-то законы, не читает и так далее. Поэтому очень важно людям давать правильную и исчерпывающую информацию. Сегодня стоит вопрос о развитии региона. О развитии, не продажи, как они преподносят, о развитии региона. У нас, к сожалению, информационное пространство использует, ну, как бы я сказал, западные технологии. Оно основано на двух китах. Первое – двойные стандарты, это вы здесь прочувствовали. И второе – так называемый highly likely, то есть предполагаемое событие, которое я нафантазировал. И они предполагаемое событие преподносят, ну, в ужасающих моментах. Это есть влияние на умы нашего населения.
Я бы хотел бы вам напомнить, что в нашей истории, когда Келешпей Чачба укреплял, создавал наше государство, он начал с укрепления восточной границы. Именно восточной границы. Там пустые земли, вы знаете, сколько редких абхазских фамилий, там все живут, бывшие абхазцы, которых ассимилировали, которых мы сегодня отталкиваем от себя. Эта политика тоже несет угрозу национальной безопасности. Вы знаете, разрыв, когда говорят сравнение с регионами, я понимаю, если было бы разрыв на 40%, на 50%, в два раза, в три раза, но вы извините меня, в 50 раз разрыв, 25 раз разрыв, ну кто это может вообще понять? Вы понимаете, это есть часть национальной безопасности. Когда у нас, я хочу, знаете как, мы все вместе с вами принимаем бюджет. Правильно же, вот, ну, бюджет, где сегодня 500 рублей получает пенсию, абхазский пенсионер. Ну, как вы считаете, это нормально? 500 рублей, 15 лет назад это было $17, а сегодня это $6. Мы идем по пути прогресса или регресса? Вы знаете как, у нас, вот из-за нашей такой кем-то, по всей видимости, навязанной политики, да, у нас идет отрицательная селекция. Наши ребята, ну, восточников мы воспитываем, понятно, для отдаем Грузии. Вот Бадра Зурабович не даст мне соврать, сколько наших граждан, закончившие вузы в России, отказываются от гражданства абхазского. Потому что они все устроились чиновниками там. Вот пример я вам приведу, вот скажем, Кантане, все его знаете, подготовленный, образованный, говорит, который на 3-4 языках разговаривает. Он может найти работу у нас в Абхазии и может получать соответствующую зарплату его квалификации, компетенции. Ну как, может, вы понимаете как, когда мы говорим, Аслан Георгиевич, когда говорит о безработице, да, мол, цифры завышены, вы извините меня, половина чиновничьего аппарата получает зарплату ниже прожиточного минимума. Это не скрытая безработица. Ну, если вы считаете, что такая политика, значит, имеет для нас перспективу, я не знаю, у нас... Понимаете как, народ, который пережил исторически то, что ему пережили, он подвержен фобию, им легко управлять разными информационными технологиями. Но вы грамотные люди, вот здесь вот, я не знаю, понимаете как, мы должны понимать, что мы делаем и для чего мы делаем. У нас, к сожалению, слабое информационное обеспечение. Наши недруги, которые хотят тормозить наше развитие, они в этом плане нас обыгрывают и преподносят народу все в искаженной форме. Вот тот законопроект, который сегодня лежит, понимаете, называется «О мерах по повышению уровня социально-экономического развития трех регионов». И я еще раз говорю, это закон о развитии трех регионов, а не какие-то там апартотели и так далее. В том числе и апартотели, апартаменты, тут ясность. Многофункциональный имущественный комплекс, многофункциональное здание и так далее. Но это все преподносится в искаженном виде. Мы должны иметь и политическое мужество, и мудрость. Вообще мы должны подумать, что о нас скажет не улица, когда мы выйдем с парламента, то, что скажет поколение следующее. Вот как оно оценит наши действия, как мы распорядились нашими, я не хочу там вот, вдаваться в другие подробности. Мы должны иметь ответственность. Я говорю сегодня не как чиновник, я житель города вот, Парчальского района, бывшего Чимчирского района, как бы принадлежу двум районам. Я там живу, там я как бы и собираюсь жить, поэтому я вижу, какие процессы у нас идут. У нас есть человек, вы знаете, сегодня одного ребенка, чтобы отправить в школу, это минимум 18 тысяч рублей. Человек, который имеет троих детей, каково его положение материально, может он это одеть их как положит? Но мы половину населения превратили в нищих, профессиональных просителей. Если это наша перспектива, если это цель, которую мы на правильном пути,
Если мы хотим остановить вот этот дисбаланс, ну может человек нормально ходить, если одна нога короче в 3 раза, чем другая? Я понимаю, еще раз говорю, если разбалансированность была бы, скажем, в 2-3 раза, в десятки раз, это надо срочно исправлять. Вы знаете, вот многие тоже искаженно преподносят вот портотели. Портотель – это не цель. Цель – это развитие. Сегодня единственный проект, на который может инвестор пойти, на который он должен, может, значит, готов вкладываться, это, к сожалению, вот эта ниша. Ее надо использовать, а дальше все пойдет. Вот позавчера был прекрасный праздник в Чемчире, ну такая красивая дата, вы понимаете, как, наверное, в Европе не все города могут похвастаться, да, такой историей, там 2520. Красиво, все как в Лас-Вегасе оформили, а за ним стоит здание бывшего торгового центра, пустое, обшарпанное. Вот на таком фоне мы проводим праздники. 30 лет прошло. Сколько еще мы так будем жить? Поэтому я надеюсь, все это понимают ситуацию. Вот. Я, не знаете, иногда я извиняюсь, мне кажется, вот Беслан Федорович четко сказал, сегодня проблема строительства портотелей нет, люди строят и продают. Но он имеет неуправляемый характер. Мы что, хотим поддерживать теневой бизнес, неуправляемый характер или государственный подход? Сегодня идет вопрос, стоит о регулировании уже существующего бизнеса, существующих процессов. Поэтому мы каждый должен, знаете, как вот каждый информационный, да, должен накладывать ответственностью и правильно преподносить народу процессы, которые идут. Вы понимаете, как вот какой прием используется? Закон – это не бизнес-проект, это правила игры. Вы даете правила игры, а регионы хотят, не хотят, если не хотят, пускай они выделяют землю. Их же никто не заставляет строить портотели. Вы просто даете им правила, по каким правилам государству выгодно реализовать данный сегмент. Поэтому тут понимается так, как будто раз закон приняли, все обязаны построить портотели. Да нет такой необходимости. Каждый регион... Каждое районное собрание принимает для своего решения. И у него будут соответствующие правила. Я в этом, кроме позитивного, ничего не вижу. Требуется глобального обсуждения. Обсуждение не только внутри парламента, и в таком же составе, и более. Этот вопрос обсуждался, сегодня мы обсуждаем, не первый раз в таком формате. Да? Вот, мы обсуждали этот вопрос. И встречались в такой формате, и тогда были высказаны такие же аналогичные мнения. И тогда вы знаете мое выступление, значит, отношение моего к апартаментам. Но она, я вам честно скажу, она не изменилась. И я поддерживаю этот законопроект только в одном регионе. Регион Гальск. Я почему... Просто это как проектный пилот, если рассмотреть в одном регионе, как она будет работать, и можно с учетом этого вывода делать в другие районы. Почему я это сейчас так и говорю? Мы же рассматривали этот вопрос в общем вопросе по всем регионам Абхазии. А сегодня, значит, 4 региона выпадают, остается 3 региона. На самом деле эти регионы, они нуждаются в развитии, они, безусловно, они дотационные, так же, как и дотационный Сухумский район. Сухумский район сегодня один из самых последних, по цифрам и по отчетам, мы стоим на самом последнем месте по всем видам отрасли развития. В том числе население у нас уменьшается, рабочие места кое-где увеличиваются, где-где самые, смертность самая большая, если взять по статистике, это самое, и вот такие, на самом деле нужны развития. Развитие нужны, конечно, в первую очередь, мы живем в туристическом республики, здесь должна быть развита туристическая сфера. Туристическая сфера, она многофункциональна, как и гостиничная. Здесь я много говорю, и гостиничные, кемпинги и так далее. Но вот это как бы для меня новый вид
туристической деятельности, вот этот апартаменты, да, это как недвижимое коммерческое, это самое. Ну, она может быть и оправданная, и неоправданная. Единственное мне, что этот самый, вот немножко это демографическое вот положение. И в то же время, вот не дай бог что-нибудь будет, они все же обратно уедут. Они же частные собственники этого коммерческого движения, не уедут. И более того, это еще полубеди. А инфраструктура у нас насколько развита? Инфраструктура, дороги, свет, канализация, транспортное обеспечение, безопасность внутренними органами и другими медицинскими и так обслуживанием. Да, сегодня вот мы существуем вот благодаря Гагаринскому району, благодаря Гудаутскому району, там, где у них налажено, да спасибо им большое за их работу, которая благодаря них пополняется бюджет республиканский. Еще раз говорю, если жители этих регионов за, я тоже за. Спасибо, спасибо. Что касается подготовки инфраструктуры, там, подходов отдельных к каждому проекту, уверяю вас, и вот мои коллеги здесь сидят, каждый проект рассматривается в отдельности. В отдельности. И без того, пока не будет четких гарантий того, что все коммунальные службы подтвердят возможность строительства того или иного объекта, ни один глава администрации документ не выпустит. 10 тысяч можете законов принять разрешительных, но если мы по факту видим, что нет водоснабжения, нет там ливневых стоков, нет другой инфраструктуры, нет энергетического обеспечения или автономно не создано на месте обеспечения, уверяю вас, ни один глава такой документ не подпишет. Что касается инфраструктуры, да, это слабая история. Да и инвестор тоже никогда не согласится, не будет тратить на это деньги. Да, конечно, он может создать автономную историю, конечно, будет считать экономику. Вот мы всегда так подходили и так подходим. Я вот к остальной части депутатов хочу обратиться. Мы услышали здесь депутатов районов. Они общаются постоянно с населением. Но надо поддержать эти районы. А мы потом возьмем тот пример, регулирующий в остальные районы. Тем более там прописывается еще возможность дополнительных выплат, который даст возможность дальнейшему там, развитию, созданию других инфраструктурных возможностей и не только социального направления. А другие структуры можно создавать, которые будут подпитывать общий рост. Поэтому здесь наша ответственность присутствует. Поэтому, наверное, нам первым дали слово, насколько мы сможем потянуть такой проект и такие возможности. Целиком поддерживал его, потому что видел в этом на самом деле возможность для того, чтобы серьезный рывок сделать вперед. Потому что и сам этот бизнес, и сопровождающее его, скажем, строительство. Само строительство уже паровоз, который тащит за собой экономику. Ну и все, что этому сопутствует, вы сами прекрасно понимаете. Сейчас, который вариант представлен, ну это, конечно, значительно отличается. Ну, я думаю, что мы его все-таки рассматриваем больше как пилотный проект. Посмотрим, как там это будет приживаться, и в дальнейшем и общество, наверное, успокоится, которое сегодня так активно настроили некоторые политики наши. У нас, к сожалению, некоторые политики думают о сиюминутном эффекте, а не о последствиях своих действий и своих слов некоторых, к сожалению. Вот. И на самом деле вот этот регион, скажем, Чамчирский, Гальский, который определили сегодня под этот проект, это очень привлекательно. Мы просто, если создадим хороший инвестиционный привлекательный проект, люди просто не знают, какие возможности там. Я просто знаю эти регионы хорошо, там за рекой Гализга, Окум, там такие пляжи, там дюнные пляжи, такой в Абхазии вообще нету, там такие песчаные пляжи, которые в Гаграх нету в Пицунде. Это нужно просто показать инвесторам. Наша проблема, что мы не можем привлекать. Я слышу, кстати говоря, от некоторых политиков наших, что нам не нужны инвестиции. Это вообще я не понимаю, как может человек, который более-менее ориентируется в политической жизни, такие заявления делать. На самом деле это открыто говорится.
Ни одна страна, даже с мощными экономиками, не может обойтись без инвестиций, привлекать стараются инвесторов. Так что там есть на самом деле возможность, посмотрим, как там это будет получаться. А так у нас получается, что для того, чтобы вот помешать, испортить отношения нынешних властей с Россией, вот стараются палки в колеса ставить. Но это значит, что вместе с ребенком выплеснуть, вместе с водой выплеснуть ребенка из корыта, как говорится. То есть это же оставит такой неизгладимый след в нашей ближайшей истории, усугубив отношения с нашим стратегическим союзником, нынешней власти. И последующие власти не смогут потом наладить никакие отношения. Но я уверен, что люди правильно все понимают. И сегодня, если кто-то выступает против вот этих проектов, которые сегодня вот в парламенте лежат, это те люди, которых вот просто специально заводят и агитируют против этого. Нам нужно разъяснять людям, ну, те опасения, которые существуют, они как раз-таки в этих законах, они предусмотрены. Уже здесь Беслан Федорович говорил о том, что на самом деле вот эти страхи о том, что люди могут здесь получать гражданство через это как раз-таки сегодня такая ситуация, что эти апарт-отели существуют. Они существуют не один год. Обойти все эти препятствия закона очень легко можно. Поэтому закон предусматривал, как это все в законное русло ввести так, чтобы была польза экономическая государству и обществу. Поэтому я это сейчас не столько для депутатов, я уверен, что здесь все сидящие это все прекрасно понимают. Надо это людям нашим объяснять, которые просто элементарно не знают даже, что. Они, думаете, они читали, что ли, этот законопроект? Никто его не читал, просто слышит, что это какая-то опасность. Я не слышал ни одного аргумента против. Нормального аргумента. Аргументировать, чтобы свою позицию, никто из этих людей не может. Единственное, вот, которое я слышал, это вот то, что это повлияет на демографию. Как раз этот законопроект, он предусматривает, чтобы этого не произошло. Там прямо записано, что не могут получать гражданство люди, которые эти приобретают жилье. Таким образом, я думаю, что надо делать все-таки какие-то решительные шаги, а не идти на поводу конъюнктуры какой-то временной политической. Спасибо за внимание. Спасибо. Служба государственной безопасности работают сотрудники с высшим образованием. От рядового до начальствующего состава со всеми мы беседовали, обсуждали эти вопросы. Единственное, вот здесь вот какие-то технические дополнения и так далее. Если в службу будет направлен законопроект, мы дадим свое заключение там по гражданству и там по миграционным делам. А так, в общем, мы никакой угрозы в этом не видим. В чем разница, я не могу понять, если это можно развивать в Гальском районе, так почему не в Ткачевском районе? Я бы еще хотел сказать, что, например, вот до 2008 года более 15% нашей территории была оккупирована грузинскими войсками. Там находились спецподразделения грузинских войск. Но как-то мы с этим жили, и жили не потому, что не могли, возможно, освободить эту территорию, а лишь хотели сохранить жизнь наших людей, которые пошли бы освобождать эту территорию. Выждали до определенного времени, а затем вместе с нашим стратегическим партнером с минимальными потерями освободили людей. И что сегодня, почему бы и в Кодорском ущелье этот вопрос не рассматривать, там несколько тысяч гектаров. Сколько жителей в Кодорском ущелье сегодня проживает? 80 человек. И что мы имеем? Те, кто там были в 2008 году, видели, наверное, все в каком состоянии, что там было, какие дороги были. И сегодня тоже это все разрушается. А разрушается, исходя из того, что там нет людей. Туда поднимаются лишь военные. Военные в основном передвигаются на автомобилях повышенной проходимости, которые уничтожают эту дорогу. Все это надо развивать. Еще бы я бы хотел остановиться
на каких-то таких моментах. Я вот в службе нахожусь уже более 25 лет. За срок моей службы я ни разу не слышал, чтобы одному сотруднику выделили хоть один квадратный метр жилой площади. Не выделяют не потому, что не хотят, а потому, что нечего выделить. Потому что сегодня наше молодое государство не в состоянии построить служебные квартиры, выделять там сотрудников. Исходя из этого, при подборе кадров жителей Гагарского района мы назначаем на должности в Гудаутском районе, чтобы ближе было им ездить. Жители Гудаутского района, Сухумский район, Сухумского района или с города Сухум направляем в Гальский район для службы. Все эти вопросы, все они взаимосвязаны. А в плане тех угроз, которые вы говорите, как-то 30 лет мы регулируем, стараемся, по крайней мере, какие-то, может быть, иногда бывают ошибки, но 30 лет мы, вот, подчеркивалось, по гражданству и так далее, проверяем лиц, которым даем гражданство, проверяем тех лиц, которые сюда въезжают, даем свое заключение. И если этот закон будет рассматриваться, также мы будем в этом участвовать, также будем проверять и застройщиков, и которые будут покупать эту недвижимость и так далее. Так в этом вопросе я тоже так же поддерживаю. Зачастую нас беспокоит вопрос, который меня не беспокоит, но я бы хотел, чтобы коллеги услышали, вот статья 8, да, данного законопроекта, который это основание для увеличения права на приобретение собственности, да, многофункциональных зданий, апартаментов, или коммерческих помещений, многофункциональных зданий, а также подъездов. Здесь практически основное это ваша тема, где вы должны проверять людей, имеют ли у вас отношение к боевым действиям, имеют ли у вас отношение к истории, связанной с бывшей войной, с войной, с нашими, и так далее, и так далее. Это все ваше дело. Я хочу, исходя из этого, спросить, вы гарантируете нам исполнение, вообще ваша служба, что это сможет все проконтролировать на том уровне, на котором сегодня мы хотели бы знать. Вот просто это озвучить таком. Олег Платонович, вот я думаю, большую государственную тайну не открою. Вот мы взаимодействуем с Министерством юстиции. Точно так же здесь за 30 лет оставались люди, дети которых там за пределами и так далее. Сейчас по истечении времени многие вступают в наследство с этой недвижимостью и так далее. Соответствующее взаимодействие у нас с Минюстом налажено, это тоже мы проверяем. То есть это контролируемый вопрос, который вы можете контролировать, и за это беспокойства нет? Ну, один и тот же принцип, да, мы занимаемся этим. Все 30 лет после окончания войны у нас есть определенная база, которая постоянно обновляется, проверяем и... Все, спасибо. У меня такое занимаемся этим и будем заниматься. Здесь было очень много сказано, я не хочу повторяться. Но те опасения, которые есть, мы недавно приняли закон о гражданстве, который дает возможность проживать 25 лет, чтобы получить в Абхазии гражданство. Наверное, в Америке легче получить. Это правильно. Надо ужесточить, надо в законодательном плане не давать возможности людям какие-то иметь лазейки. Первое. Второе. Я думаю, что мне не надо доказывать, что я патриот Абхазии. Но я хотел бы сказать, что именно касающийся восточной части Абхазии, где я бываю, и там есть мои бойцы, мне иногда неудобно. Почему? Потому что, когда они приезжают в Гагру ко мне, видят мой уровень жизни. А когда я приезжаю там, вообще непонятно, как люди там могут жить и существовать. Если есть сегодня такая возможность, и у нас очередя не стоят инвесторов, для них надо создать благоприятные условия, создать имидж, для того, чтобы люди вкладывали, весь мир борется для того, чтобы привлекать инвестиции. Я думаю, что это даст повод восточной части Абхазии, и то, что я надеюсь, что она будет запущен аэропорт, в ближайшие годы мы увидим, что восточная часть Абхазии изменится намного в лучшую сторону. И это, естественно, несут ответственность, вот сегодня здесь сидят процентов 95, которые отвечают за будущее Абхазии. Благодаря главнокомандующему Атамбар мы имеем победу.
Благодаря Сергею Васильевичу мы имеем независимость. А вот сегодня судьба наша, сидящих здесь, зависит, как мы будем дальше жить. 30 лет прошло. Если вы сегодня спросите, инвалид войны, который получает 8,5 тысяч, он удовлетворен нашей жизнью? Конечно, нет. Мы должны все делать для того, чтобы, защищая безопасность Абхазии, дать возможность нашему населению жить лучше. В сегодняшний день эти возможности, я думаю, что появятся. Но это решение за нами, за депутатами. Я полностью поддерживаю и призываю коллег и тех людей, которые хотят развития будущей Абхазии не по политическим соображениям, а в реальной жизни. Я думаю, что это законопроект, мы каждый по своей совести, он должен нести ответственность принятия этого закона. Благодарю. Спасибо. Да, в прошлом году мы собирались в таком же составе и все имели возможность выразить свою позицию, свое мнение по этому вопросу. Тогда было несколько вопросов, сегодня стоит один вопрос. Мы получили проект закона, изучили его, внимательно проанализировали, и с юридической стороны никаких опасений, на мой взгляд, сегодня там не имеется. Более того, вот сегодня разные мнения будут в обществе, но все ограничения и барьеры сегодня отражены в этом законопроекте, которые могут быть нацелены на... которые могут принести ущерб нашей государственности, как многие нам это преподносят. Всего этого там я лично не вижу, и коллектив прокуратуры, который занимался этим вопросом, тоже этого не видит. Помимо этого, здесь вот, были высказаны мнения главами районов. Я хочу их всех, конечно же, поддержать, причем потому что я сам поддерживаю проект этого закона. В прошлом году выражал свою позицию, и оно осталось у меня неизменным. Я считаю, что любые проекты подобного рода, которые нацелены на укрепление нашей экономики, они должны быть одобрены в нашем обществе. Но, наверное, у нас по традиции так сложилось, что когда что-то хорошее предлагается, у нас принято критиковать. Я сам с этим столкнулся в своей работе и, конечно, не завидую нашему президенту и правительству. Если предлагается проект, кому-то не нравится, наверное, надо предложить что-то иное, для того, чтобы сделать лучше нашему обществу. Вот, уважаемый вице-спикер, с огромным уважением, герой Абхазии, мы много лет знакомы, вместе работали. Вы говорите, что нет инфраструктуры, но я считаю, что когда инвесторы будут привлечены, приедут, они, наверное, эти вопросы по факту будут рассматривать. Никто ни одну копейку не вложит, пока не будет понимать, что должна быть дорога, должна быть энергетика, должна быть вода. Если инвесторы всего этого не увидят в перспективе, они вкладываться не будут и строить они ничего не будут. Это сопутствующие вопросы. На старте эти вопросы обсуждать, я считаю, не нужно. И абсолютно соглашусь с Резу Платоновичем. Надо еще поискать таких людей, которые приедут и будут вкладывать. Миллионы, сотни миллионов. Это большие проекты и большие вложения. Мы... Честно говоря, мы должны еще им спасибо сказать и на руках завести в эти районы и в нашу республику. Вот об этом надо думать, где найти этих людей, а не слушать тех, которые сегодня создают негативный фон вокруг всех проектов, которые предлагаются нашим правительством и президентам. Это не выход, и так государство не строится. В таких вопросах надо друг друга поддерживать и быть объективными. Вот как я считаю. Благодарю за внимание. Господин президент, и указать, во-первых, это конституционная ответственность каждого органа публичной власти в том, каким будет даже не будущее, а будущее, которое уже наступило сегодня. Все мы знаем и все мы видим, как история Республики Абхазия. Владислав Григорьевич Ардзинба, его соратники передали нам политую кровью землю, суверенную и независимую. Политическую независимость мы удерживаем. Экономическую независимость надо создавать сегодня. Завтра уже, наверное, будет и это сложно, так же, как и политическая независимость. Днем позже или годом позже была бы, наверное, равна нашей смерти. Это во-первых. Также я хотела, конечно, сказать, что конституционная ответственность каждого присутствующего здесь
ну и, кстати, отсутствующих должностных лиц в том числе, это в том, что нужно поддерживать гаранта Конституции в его инициативах и в его стремлении соблюдать всю вторую главу Конституции. Права человека, право на жизнь, право на здоровье, право на образование, право на жизнь матери нерожденного ребенка. Мы можем перечислять все, и все мы это четко понимаем. При этом это должен понимать, об этой конституционной ответственности должно понимать каждое публичное лицо. Еще один аспект, на котором бы я хотела остановиться, это то, что сказал Аслан Георгиевич об авторитете власти. Авторитет каждой из ветвей власти не может строиться на критике или на споре, или на перетягивании того, чья и какая ветвь власти может быть серьезнее, ближе народу или по степени легитимности легитимнее. Так не бывает. Только то, что мы будем все вместе, консолидированно, наверное, адекватно рассматривать вопросы, кстати, сегодняшняя встреча, наверное, и формат встречи – один из таких признаков, только это повысит авторитет всей государственной власти в глазах народа. И, наверное, это даст еще одну возможность признать и принять то, что говорят государственные органы и органы публичной власти. Сегодня было очень отрадно видеть, что вот эта консолидация была у руководителей органов управления в административно-территориальных единицах. Главы администрации были едины. И если также и иные ветви власти, рассуждая, обдумывая, принося конкретные изменения или предложения в тот или иной законопроект, если мы вместе решим поэтапно задачи и вопросы, которые ставит перед страной президент и правительство, то только так, наверное, мы построим независимое государство. Я хочу еще раз сказать о том, что только все вместе, все органы публичной власти, государственной власти смогут построить суверенное и независимое государство. Спасибо за внимание. Я хотел бы обозначить свою позицию по данному проекту, который был сегодня зарегистрирован в парламенте. Я, безусловно, поддерживаю этот законопроект. Прорабатывался, и базовой ее частью все-таки является тот законопроект, который был направлен, в котором были учтены все риски и опасения, которые могут нести, может нести за собой этот законопроект. В этой связи меня больше удивляет, что мы обсуждаем не предмет самого вопроса, мы обсуждаем глобально, но не вникая в те ограничения, которые заложены в эти законопроекты. Так получается, что здесь в большей степени политический вопрос стоит. Он политизирован. Я не понимаю, когда те люди, которые вчера поддерживали продажу жилой недвижимости, сегодня говорят о своем негативном отношении к законопроекту, который влечет, не влечет за собой никаких рисков. Буквально тезисно, если говорить, здесь говорилось про инфраструктуру, готовность инфраструктуры. Уважаемые коллеги, ну давайте будем откровенны, что в Гагрине инфраструктура была готова к такому количеству объектов. Нет. Сегодня в западной части более 1000 объектов размещения. Мы говорим о 28 объектах размещения в Восточной Абхазии. И говорит, что инфраструктура Восточной Абхазии не выдержит, то не совсем, наверное, было бы справедливо. В своей речи Абисалом Алексеевич сказал следующую фразу, я для себя отметил, что наши недруги хотят, чтобы мы не нашли прорывных путей развития. Оставим наших недругов, давайте подумаем, что мы в целом сделали для прорывного развития. Не инерционного, мы действительно ежедневно работаем, трудимся над теми сложностями, которые сегодня стоят перед нашим государством, перед нашим населением. Но что мы можем сделать и предложить обществу, чтобы выйти из той ситуации экономической, в которой мы сегодня находимся? По сути, ответ тут очевиден. Это один. Что касается положительного
решение тех вопросов, которые инициировала власть, в частности, президент по аэропорту. Я говорю искренне, я благодарен всей команде и парламенту, которые поддержали реализацию этого проекта. Сегодня в рамках этого проекта 130 человек, граждан нашей страны, трудоустроены. А что делать с остальными 50 тысячами людьми? Как им помочь? Нам остановиться на одном проекте или нам искать пути развития? Никто же не говорит, что это панацея, единственный проект, который мог бы экономически усилить нашу страну, создать ей экономическую безопасность, политическую безопасность. Нам необходимо вырабатывать шаги, не останавливаться только на этом проекте и предлагать реализацию проектов, которые направлены на улучшение экономической ситуации в нашей стране. Спасибо большое. Я могу оценить встречу, она на меня производит очень хорошее впечатление. И такие встречи, на мой взгляд, необходимы всегда, не только по обсуждению каких-то конкретных законопроектов, которые носят спорный характер, временный спорный характер. Это помогает нам всем, исполнительной власти, законодательной власти, принимать правильные решения. Я уверен, что в целом у нас консолидированное мнение с некоторыми шероховатостями, но мы гордимся тем, что живем в демократической стране. Я не говорю о том, что у нас демократия часто зашкаливает. Это тоже неплохо, это тоже временные трудности роста. И мы имеем реальную возможность говорить друг другу в лицо то, что мы думаем. Несколько нюансов, на которые вы обращаете внимание. Я хочу задать вопрос себе, прежде всего. А была ли вчерашняя Абхазская Советская Социалистическая Республика самодостаточна? А самостоятельно ли она кормила собственных граждан? По этому поводу есть масса заблуждений. Я не говорю незнание. Масса заблуждений. То, что можно было есть и пить, мы производили в той самой Советской Автономной Республике до 12%. То, что называлось продукцией промышленного производства, до 6%, не более того. Откуда приходило остальное? Что это было? И говорят еще, руководители Абхазии пытаются унизить собственный народ, предлагая такие проекты. Позволю себе не аналитически, а просто спонтанно по этому поводу высказаться. А не будет ли унижением собственного народа, если ничего не будет улучшаться? А не это ли будет упущенной выгодой, которую когда-то, завтра, послезавтра невозможно будет возместить? А не унижение ли собственного народа говорить таким образом, чья столица праздновала 2500 какой-то год. Как можно унизить людей, которым столько лет? Как можно унизить ачамчирцев, которым за 2000 также лет? Этому Сергей Миронович подтвердит, есть материальные доказательства. Так, Сергей Миронович, раскопки ваши, Сергей Миронович. Это же доказывали, так? Как можно унизить народ, который выиграл такую кровопролитную войну? Или шаг назад в историю. Как можно унизить народ, в столице которого ночевал Митридат VI Евпатор? Каким образом этих людей можно унизить? Можно унизить тем, что материальное благосостояние не будет делать шаги вперед. А кто отремонтировал Гагарскую школу, вложив туда 400 с лишним миллионов рублей? Кто?
Александр Николаевич Ткачев. Кстати, ремонт был произведен в здании, которое было построено купцами того времени, назовем так, бизнесменами, братьями Шапшаловыми. И это так. Как мы можем сегодня говорить о том, что гагарский бизнес возник на ровном месте? Что у жителей Гагарского района был такой начальный капитал, что Гагра имеет сумасшедшее количество мест размещения? Нет, конечно, это инвестиции. И что мы от них отказываемся? Покажите мне человека, уважаемые коллеги, я опять сам себе говорю, кто отказался от инвестиций? Покажите. Это будет невероятное представление. Но это не так. И что мы будем делать с восточными районами? Большинство сидящих здесь не были в Творчале, сколько я бывал. Чтобы вы понимали. Я выполнял с 2005 года поручение Сергея Васильевича. Я занимался вопросами Восточной Абхазии. Первый детский сад мы отремонтировали в Творчале. Первую музыкальную школу мы отремонтировали в Творчале. Первый спортзал в школе мы отремонтировали в Творчале. И так далее. Что мы неправильно делали? На небольшие деньги. Юрий Львович меня спрашивает, в ваши времена ремонтировали за бюджетные деньги крупные объекты? Я сказал, нет. Единственный объект, который мы отремонтировали в 2006 году, был роддом. На наши бюджетные деньги. И с тех пор там ничего не производилось. А почему? Скажите, пожалуйста, почему мы начали ремонтировать в Кварчал бассейн, созданный большевиками в свое время? Почему? Что у нас начальная шизофрения была в то время? Почему мы это делали? Да потому, что улучшить в какой-то степени жизнь горожан. А почему не продолжили потом? Почему этот бассейн сегодня вообще разобран? Кто-то может сказать из Кварчала? Почему? Но это же так. А для чего мы это делали тогда? Как и сейчас. Судя, откуда возник проект аэропорт? Откуда? Вот отсюда. И мы поднимали тогда, но не было условий. Хорошее стечение звезд наверху сомкнулось. И что это плохо? Кому от этого плохо? Вот таким образом мы понимаем текущую ситуацию. Никто сюда просто так не придет. Будет. Придет и скажет, защитите меня, обеспечьте меня нормальным законодательством. И мы будем вкладывать деньги в развитие Абхазии. Скажите, пожалуйста, может, я что-то плохо читал? Я внимательно читал этот проект, о котором мы ведем разговор. Скажу вам прямо, по своей простоте он мне напоминает выдержки из римского частного права. Очень простой и понятный документ. Создает ли он привилегии тем, кто будет им руководствоваться, покупая апартаменты? Никаких привилегий нет. Вообще. Есть одни неприятности. Платить, 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 платить. Больше ничего нет. Причем демография? Причем демография? Скажите, пожалуйста, мне, причем демография? Демография – это тогда, когда мы не можем оплатить ЭКО 40 семьям, которые нуждаются в этом немедленно. Надо найти 35 миллионов срочно. Мы доложили Аслану Георгиевичу. Будем просить фонд репатриации. Дайте эти деньги. Мы должны помочь семьям, чтобы они не сказали, что государство не помогло. А на это нужны постоянные деньги. Именно постоянные деньги. И они могут прийти от результатов работы бизнес-денег.
Как жила Советская Абхазия, снова возвращаюсь туда, к тому, что производили минимум, союзный бюджет давал больше 100 миллионов ежегодно рублей. Это в долларах сумасшедшие деньги. Вот как мы развивались. И мы хотим начать, это начальные ступени. Я почему сегодня не очень, наверное, вежливо, если я кого-то обидел, прошу прощения перед депутатами. Но вы должны, депутаты Варчальского района, депутаты Ачамчирского района, вы должны быть впереди. Ваше мнение значимо и самое главное в этой истории. А то, что касается приглашений, я поддерживаю такие вещи. Я позволил себе в 2012 году повести участников Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа. Я согласовал тогда с Тарасом Мироновичем. И вместо Рицы, вместо Пицунды я их повез в Варчал, Аслан Георгиевич. Чтобы наши братья за Черным морем увидели, как живет сегодня Варчал. Вам передать их состояние? Они были шокированы просто. Потом, чтобы разбавить их душевное равновесие, мы спустились в Ачамчиру. Я попросил открыть Дом культуры, включить все освещение. И когда они увидели, какой Дом культуры есть в Ачамчирском районе, они снова были шокированы. И наш диалог был простой. Мы не хотим жить так, как вы увидели наверху, а мы хотим жить так, как вы увидели в Ачамчирском Доме культуры. И люди это заслужили. Поэтому этому и посвящена вот сегодняшняя встреча. Есть эмоции, которые зашкаливают. Это, в этом ничего страшного нет. Ко всему привыкаешь. Даже к первому выстрелу из гранатомета привыкаешь, потом начинаешь поэтому скучать. Не надо бояться трудностей. Это наше общее дело. И мы должны это общее дело в интересах Абхазии довести до конца. Уважаемые коллеги, благодарю всех за работу.